Фея цветов! Закрыто. Нет, я ее подожду. Она обязательно придет и мне поможет. Боже мой, она же совершенно замерзла одна ночью в такой мороз. Не сиди на снегу. И куда твоя мама смотрит? Проходи, проходи. Мама, я фея. Я фея. Я всегда говорю, нельзя оставлять детей одних на улице. Присаживайся, милочка, присаживайся, а я приготовлю чай. Ты любишь осминовый? Терпеть не могу. К тому же, мне нужно спешить. Я должна найти Кая. Вначале чай, потом Кай. Выпей цветочного чая, отогрейся. Никуда твой парень не денется. К такой красавице он обязательно вернется. А кофе у вас есть? Кофе вреден для цвета лица. Правда, ты еще слишком молода, чтобы обращать на это внимание. Она так мила. Девочка определенно должна остаться здесь. Мне ведь так нужна помощница. А ты влюблена в него? Еще чего? Я ищу его для того, чтобы он извинился перед нашей мамой. Она приняла его как родного, а что получила взамен? Из доброго мальчика, который так любил наши розы, вырос какой-то фикус. Точнее сказать, кактус. Как я могу такого любить? Хотя, может быть, немножко. Раньше, когда он не был еще таким грубым и бездушным. Все ясно. Можешь дальше не продолжать. О, я знаю, что такое любовь. Когда-то сама была влюблена в одного садовника. А вы поможете мне найти этого противного Кая? Как тебя зовут, деточка? Герда. Герда? О, красивое имя. Пожалуй, я так назову свой новый сорт хризантемы. Так вот, милая Герда, с нами, женщинами, в жизни так случается всегда. Мужчина, как зернышко в ладони. Ты опускаешь его в плодородную почву любви, удобряешь, опыляешь, окучиваешь, орошаешь. А в результате зернышко вырастает всего-навсего неблагодарный дикий сорняк. Твой чай же остыл. И всегда вырастает сорняк? Поверь мне, как профессиональному садоводу. А может быть, вашему сорняку нужно было какое-то особое отношения. Ах, милая девочка, мужчины всегда хотят лишь одного. Постоянного внимания к собственной персоне с нашей стороны. Ах, если вы не хоть плодоносили при этом. Бррр, я уже совсем запуталась. И не мудрено. Это тоже одно из свойств мужчин. Основательно запутать нам голову. Ну что же тогда делать? Вдохни удивительный аромат белой лилии. Это поможет тебе забыть все невзгоды. Как здесь красиво. Где мы? О, я знала, что тебе здесь понравится. И ты можешь остаться здесь навсегда. Правда? Правда, правда.
мчатся по ночам. Белые ландыши, бедные ландыши, шумит студенная вода, и только ранняя весна из-под снега к нам стучится. Я ведь должна найти этого несносного Кая. Милая Роза, вы его не видели? Мы выросли из самой земли. Но Кая под землей мы не видели. Значит, он жив. В таком случае я найду его и задушу в объятиях. Куда же ты, деточка?